Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 565. Спешите, подчеркните подлежащее и дополнение, выраженные именами существительными. Обозначьте их падеж. Всюду и везде трудятся люди. Люди что делают? Без мягкого знака. Значит, и в глаголе в нашем нет мягкого знака. Кто? Люди. Именительный падеж – это подлежащее. Строители возводят дома. Кто строители? Именительный падеж. Строители возводят что? Дома. У нас появилось дополнение, выраженное именем существительным в винительном падеже. Конструкторы создают новые машины. Вставляем букву «А». Создание. Создал. Создал. Получаем кто? Конструкторы, подлежащие в именительном падеже. Что делают? Создают. Создают что? Машины. Машины – это имя существительное. Дополнение, выраженное в винительном падеже. Дополнение – это вопросы косвенных падежей, в том числе и винительный. Все падежи, кроме именительного, являются косвенными падежами. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей. Водители перевозят грузы. Кто водители? Это подлежащее. Водители перевозят что? Можно добавлять. Водители перевозят кого что? Грузы. Это будет дополнение в винительном падеже. Уголь добывают шахтеры. Кто шахтеры? Это именительный падеж. Шахтеры добывают что? Уголь. Уголь – это дополнение в винительном падеже. Писатели пишут книги. Кто? Писатели. Это подлежащее. Писатели пишут что? Книги. Это винительный падеж. Выражен дополнением. Детей учат преподаватели. Кто? Преподаватели. Это подлежащее. Именительный падеж. Преподаватели учат кого? Детей. Это винительный падеж. Выражено дополнением. Конструкторы создают новые машины. Кто? Конструкторы создают новые машины. Создают – это будет сказуемое. Подчеркиваем двумя чертами. Создают что? Машины. Это будет дополнение. Машины какие? Новые. Данное предложение повествовательное, невосклицательное, распространенное. Двухсоставная, так как есть подлежащее и сказуемое, не осложнено. Цифра 3. Выполним морфологический разбор глагола. Возводит. Что делают? Это глагол. Строители. Что делают? Возводят. Неопределенная форма возводить. Это глагол несовершенного вида. Возводят. Второе спряжение. Глагол стоит в настоящем времени. Строители. Их много. Они. Значит, глагол стоит во множественном числе. Они. Третье лицо. Строители что делают? Возводят. В данном случае возводят является сказуемым. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео. Преподаватели от слова «дать». Пишем с буквой «А». Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.